Организационный комитет, рабочие группы, которые созданы по постановлениями губернатора Ямал-Ненецкого автономного округа, продолжают активно работать, работают по направлениям. Могу сказать следующее, что все те основные вопросы, то, что касается культурных мероприятий, то, что касается транспорта, безопасности, оформления муниципальных образований, где пройдет эстафета Олимпийского огня, они сейчас уже достаточно серьезно проработаны. Безусловно, мы всю свою работу согласовываем с оргкомитетом Сочи, мы направляем постоянно свои предложения, свои результаты, свои работы, получаем обратную связь и дальше продолжаем работать. Хочу сказать, что оргкомитет Сочи неоднократно уже выражал слова благодарности в письмах на губернатора о том, что на территории Ямала подготовка к эстафете Олимпийского огня ведется на высоком организационном уровне. И я надеюсь, что мы этот темп не будем сбавлять. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы эстафета Олимпийского огня на территории Ямал-Ненецкого автономного округа прошла ярким, красочным мероприятием, чтобы она запомнилась для каждого жителя Ямала, для тех, кто примет участие в этом уникальном мероприятии.